Всем привет, я Татьяна Шумковская, и сегодня хочу показать вам, как сделать кейн павлинье перо. Для начала давайте изучим павлинье перо. Для работы нам понадобится полимерная глина Фима, классик 37, эффект 38, эффект 11, классик 57 и эффект 58. Пудра Фима золотая, калка и лезвие. Пластику под номером 37 смешиваем с золотой пудрой Фима. Должен получиться приятный перламутровый блеск. Пластику под номером 57 тоже делаем перламутровый. К этим цветам добавляем 38 эффект и делаем переход цвета. Начиная от темно-синего, скручиваем колбаску. Советую добавить больше синего, чтобы середина пера выглядела более эффектно. Обратной стороной ножа делаем углубление в синей пластике. В углубление добавляем такого же цвета полимерную глину. Обрезаем лишнее и сворачиваем дальше колбаску. Берем 57 и 11 тона полимерной глины. 57 смешиваем с Фима пудрой и делаем переход цвета. Сворачиваем колбаску и как бы ужимаем ее с двух сторон к середине. Сверху золотой, снизу зеленый. И аккуратно прижимаем пальчиками, как это делаю я. Изначально в нашей колбаске цвета разделялись вертикальной линией. Нам надо повернуть ее, чтобы цвета разделялись по горизонтали. И превращаем ее снова в колбаску. Из Фима эффект номер 58 раскатываем тонкий пласт. Колбаску слегка прижимаем пальцами к рабочей поверхности, а потом прокатываем скалкой. Оборачиваем колбаску в заранее подготовленный пласт. И потом прокатываем ее на пастомашине. Полученный лист разрезаем на части шириной, равной нашей середине. Начинаем выкладывать квадратики плотно друг над друга, чтобы не было воздуха. Полученную пирамиду из квадратиков разрезаем пополам и прикладываем к нашей середине. Конечно, на этом можно было остановиться, но мы не ищем легких путей, и поэтому я продолжила. Оборачиваем колбаску номером 58, но не полностью. Потом номером 57. Это светло-зеленый классик. Теперь номером 38. Это темно-синий эффект. Не до конца, лишнее обрезаем. Из голубого номер 37 и золотого номер 11 делаем переход цвета. Сворачиваем в колбаску и ужимаем к центру. Потом все повторяем, как делали ранее. Раскатываем в колбаску и прокатываем скалкой. Из номера 57 и номера 58 раскатываем пласты. На темно-зеленую пластику номер 58 выкладываем нашу полосатую колбаску и обрезаем лишнее. Переворачиваем ее и снова накладываем на номер 57. Обрезаем лишнее. И пропускаем через пастомашину. Разрезаем на 4 части и снова прокатываем на пастомашине, но уже на более тонкой толщине. Разрезаем их на квадратики. И начинаем их собирать темно-зеленой стороной вверх, слегка накладывая друг на друга. И так выкладываем до конца. Раскатываем тонкий пласт темно-зеленой пластики
и обворачиваем наш кейн, чтобы убрать все некрасивости. Обрезаем лишнее, ужимаем и готово. Надеюсь, мой мастер-класс был вам полезен. В моей группе ВКонтакте открылся альбом, где вы можете размещать свои фотографии выполненных работ по моим мастер-классам. Подписывайтесь на мой канал и лепите вместе со мной.